После открытия Верхней Салде шахматного клуба «Дебют», который находится в структуре физкультурно-спортивного комплекса в СМПО, интерес к шахматному спорту начал только расти. В связи с этим в корпорации было принято решение создать Федерацию шахмат. В первом заседании Федерации обговорено, что будет проводиться каждое воскресенье раз в неделю турнир мужской, то есть для взрослых. А разряды будут ли получать победители? Да, в зависимости от результатов федерации будет присваиваться разряды, выполненные участниками. Первое заседание федерации прошло 29 октября, в день, когда проходило первенство по шахматам для тех, кто не только знает правила этой игры, но и имеет спортивную квалификацию. Заявилось 10 человек, проводится турнир по швейцарской системе в 7 туров. То есть участники, соперники подбираются по силе игры, по текущему количеству очков в данный момент. То есть жеребьевку проводит компьютер, компьютерная программа. Призами являются медали, грамоты, почет и уважение. Я считаю, что турнир полезен для того, чтобы возрождать шахматы в Верхней Салде. То есть необходимо привлекать людей для того, чтобы они играли, занимались. В том числе турнир будет. Это первый, наверное, шаг к популяризации шахмат или к восстановлению шахмат в Верхней Салде, потому что достаточно давно ничего не проводилось. Поэтому я считаю, это хороший турнир для того, чтобы, во-первых, собрать людей, шахматистов, любителей шахмат, и провести первое соревнование. По результатам турнира у мужчин лучшим из лучших стал Владимир Матвеев, мастер ФИДЕ. У женщин не было равных Юлии Трубицыной, которая является кандидатом в мастера спорта, а также чемпионкой Европы по блицу среди девушек. Семен Суслов обыграл всех школьников и стал обладателем золота. У него второй разряд по шахматам. Следующие соревнования, но только для юношей, пройдут 4 и 5 ноября. Победителю будет присвоен первый юношеский разряд.